Накануне на детскую площадку на улице Дагомысской в гости пришли студенты одного из университетов Сочи. Для ребят волонтеры подготовили игры на английском языке. За правильные ответы участники получали жетоны, которые после смогли обменять на конфеты. Площадка на Ариде закреплена за управлением молодежной политики. Именно они придумали целый план мероприятий на 42 площадках Сочи на 3 месяца вперед. В их числе, например, экскурсии на чайной плантации и в закулисье сочинского цирка. Количество людей на площадке зависит от качества того, что там происходит. Нам кажется, что пробовать разные форматы и доносить новые идеи на площадках нашего двора – это очень-очень круто, потому что девиз нашей летней кампании в этом году – такое разное лето. 1 июня в Сочи начали работать 147 площадок нашего двора. Там с детьми занимаются педагоги, волонтеры, аниматоры. Для ребят проводят экскурсии, спортивные, творческие турниры, мастер-классы, чтобы каникулы у юных сочинцев были не только интересными, но и познавательными.